Итак, дед, как дела? Что происходит? Да, выпускали только. Надо было брать из Зим, да. Как у кадетов, где учатся? В кадетском корпусе? Так же в кадетском корпусе. Берешь. Вечером помню, думаю, прикинь, так потемнело. И какие-то пацаны там, забор, и детский садик там, вот это какая-то. Я смотрю, оттуда, короче, пацаны прилазят какие-то. Пацаны с этой КТЛовские пацаны, и они начинают забажиться. Я, ну, блядь, втыкают друг друга, что-то там поборолись, побоялись. Потом стали, все, давайте, пацаны, увидимся, и расходятся, что происходит. Да, это против садиковских просто. Против садиковских, детсадовские пришли поебаться. Против воспитателей. Отличном году стрелу забили, ждали, пока подрастут. Они вырастут, такие, давай, вот, все, давайте, пацаны. Что за пацаны? Что? Ну, это был, блядь, 2006 год. Я учился уже в 2006. А кто вот, ну, что за женщина живет в хостеле? Понятно, что за мужики живут в хостеле. Ты яркий. Допустим, работают девушки в основном, одна студентка там, короче, типа такая меня. Одна вообще беременная, типа ждет, сейчас типа нужно приехать, они хотят все. А ты, ну, типа, интересуешься жизнью? Общая кухня же вообще не идет. А кухня на этаже? Она, короче, внизу она общая. То есть, ну, там как кухня и комната отдыха, все вместе. Я думал, после слабительного уже остановился на казанницу. Это не полное наказание. Это только появление. Ты его пиздишь, он еще обсирается в этот момент. Ты в говнину просто. Кошака, кто это сделал, блядь? Вкусно тебе было, да? Ну, прикинь, приходишь за колбасой, никто не забирает. Уже неделю. Слабительная колбаса. Сука! Значит, хуже. Плохо посру потом. С одного края будет ему заплатить. Что нового было на неделе на этой? Доллар вчера подскочил. Экскурсия в доллар стал 400 тенге. Как это повлияет на нашу жизнь с вами? Да не кредит подорожает. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Мы развиваем патриотизм в стране, чтобы люди не могли кататься в Европу. С каждым годом все дороже и дороже становится путешествовать. Мы сегодня типа нас банк. А чтобы люди клали деньги в банк. Самое классное, это когда у тебя не было денег. И это стабильность. 400-500. Если в тенге живешь, тебе много, в принципе. Вы видели интервью Путина, который говорит, когда был в России кризис? 3000 какого-то. 14-го, когда начал рубль расти по отношению к доллару. И он говорит в интервью журналистам о том, что ну вот мы раньше продавали товар на доллар, получали 35 рублей. Теперь мы продаем товар на доллар, получаем 45 рублей. Таким образом бюджет нашей страны растет. Мы же продаем товары, а вот мы продаем товар, получаем деньги в рублях.
знаменитые рублевые американцы, которые... Рублевые американцы. Я так смотрю это интервью, думаю, блядь, ну ты реально это на серьез не сказал? Ну, типа, основной это процент населения, американцы, естественно, они такие, ну да, логично, все на то, что, блядь, вы еще товар закупаете где-то, блядь, об этом, блядь, ну, не говорим, что еще есть, и не блядь, в Америке. Не, ну это же по факту, это же на все влияет. 400 тенге. Ну, по отношению к рублю стало 80 почти. Ну, рубль сейчас 5. 5,65, 6. Потому что они заварили эту кашу. Давай один как-то Москву поймем, будем там тренировать. Бля, если в России стоит один к одному, бля, им прошу, все мы поедем туда. У нас денег там. 2,5 это стоило, блядь, когда мы по России купили. Да. Те, которые начали себе покупали. Девчонка знакомая, вам скажу, это вообще такая ситуация. Ну как, вот когда 2,5-3 приехали казахи, мы купили хостел. Там, блядь, новостройками самыми планами покупали. Но сколько поселок все наши приехали? Покупаем. Все, блядь. Мы нахуй. Все ваше тебе, мое, блядь. Что еще не купили? Мы берем. Один к одному вообще. То есть можно пойти баллотироваться. Только, короче, на автомобиле, только на автомобиле, там, да, мы хотели бы сказать, что надо было минимум 3 миллиона, да, 3 миллиона. В машине? Дом? 3 миллиарда дом? Что там, где автомобиль? 3 миллиарда дом? 3 миллиарда тенге, братан. 3 миллиарда дома? Это можно купить. Да, бля, у кого такие деньги, бля? Ну, типа, бля, ты... Не, реально, сколько машина одна стоит? Примерно 10 штук? Ну, блядь, в среднем, допустим, ну, типа, большинство же ехали, брали в автосалон. Ну, вы вот, ну, сколько, окей, сколько получилось? Ну, давай, давай в среднем 15. 200 тысяч машин? Ну, да, это в полчаса. 200 тысяч машин? Я, короче, смотрел как-то статистику, у нас зарегистрированных автомобилей на Казахстан 5 с чем-то миллионов. А, ну да. Поэтому 200 тысяч, ну это да, 200 тысяч. 3 миллиарда денег нет, говорят, у нас денег нет. Ну, бля, они поменяли деньги в доллары, поехали, блядь, в доллары, там, по-моему, поменяли. Там же, ну, пачками гнали. У меня, типа, знакомого пацанчика прогнал, хотел купить себе, да, и, блядь, уже, и он нашел. Да, много кто гнал, еще в Атырау, вот у меня друзей гнали тоже машины. Есть подобные, типа, Гополь, да, эти шесть, которые на трассах, которые забирают моторы, все. И тот же Владик, тот же. Ну, типа, ты гонишь, что ты продался на трассе, давай машину. В маске такой, блядь. Нет, такой, в маске, как этот, как Спайдермен, очки, ой, Супермен, очки снял, блядь, типа другой человек. Все, это я. Голос меняет, так что по-тупому. Это не я, да. Нет, не в маске, просто рукой забывает. И такой потом меняет периодически такой. Отдай машину сюда. А, Борис Николаевич, это что вы мне продали? Это не я, это другой человек. О, я серьезно, убиватель насмерть. Знаешь, как русские в американских фильмах разговаривают. Максимально тупо. Не, ну, кстати, не исключено, что, возможно, на одну и ту же тачку, знаешь, типа, продали кому-то по дороге, гопнули, забрали. А опять по второму разу продали. Не может, там уже человек вам приезжает. Бля, эту же я хотел же, такой же. Да, да, это другая. Это другая. История, они говорят, я вот ехал на машине, тоже когда скупали с России, на заправку подъезжают, а к нему за ним моя машина, по ней уже ехали, до заправки сопроводили, они подходят, выхожу, а там крузаки стоят, я говорю, слышу, Атыраус какая-то песня, говорит, когда на казахском, ну, наша константская песня, Атыраусская песня, а что с Атыраус связано? Ахтау дома. Это 7-2, 9-2. Я слышу, играет, подхожу, пацаны, салама, я говорю, да, казах, о, все. И нас уже, говорит, много, там еще на грузах пацаны, значит, уже не простые.
толпой, это все интересно, а пришли сразу. Так мне, говорит, кажется, отжали. Туда же заправку, вы что беспределите? Ты же в автобус, черт. Да, люди вот объединялись в такие группы и ехали. И гопали те, кто гопает. И дальше меня оставили, так что. Война началась. Блин, ты у них оружие просто отбираешь. Просто на оружие везешь. Стволы, блин. Стволы сюда дай. Куртку мне дали? Куртку. Ты же бандит, у тебя хорошая подкупить. Сама стоимость, это же типа курс. Банк назначает, а не по самоценности. Намного, типа 420, 430 уже. Просто удерживают. Не, он сразу тенге отправили, свободно плавание, как сказали. Типа все. Типа там есть же свой валик, который реально, он типа намного больше. Его просто держат под 400. Просто, ну это просто... Чтобы слишком не было паники. Типа 400 людей еще как-то есть, потом триггер сработает, 400. Ну типа на бирже есть такая фигня, как индекс страха. От ожидания еще можно. Индекс страха? Индекс страха. Я думал, индекс страха населения. Индекс страха, это... Индекс страха. Так, 420, бля, они поймут, что мы их ебем. Так, да, давайте 397 пока поддержим, бля. Ну, индекс страха нам говорит о том, что... Как в технологии, да. 399. Нормально, народ купился. Такое, 300, все тоже до сих пор не 400. Народ весел уже, у нас 400, удобно считает. Да. Реально удобно считать стало. Ну, бля. Да? Удобно было считать. Бля, когда 150 было удобно считать. Очень удобно было считать. 20-й год странный, да? Какой-то вирус. В Италии вообще закрыли, видели это всю страну. Да. Запускаем, никого не пускаем. А я там хотел туда съездить. Это же был в Италии, да? Летом был, да. Там не было коронавируса? Китайцы были, но потенциально был вирус. Я читал сегодня шутку охеренную. Типа, коронавирус это как паста. Знали? Коронавирус это как паста, был придуман китайцами, а итальянцы распространяют его по всему миру. Кстати, был же, ну как, скандал не скандал, но кто-то из пожаловался, короче, из болельщиков. Подошел к Джан Бенджу, взять автограф и сюда преференции. Я говорю, ну это прикол, ты ничего там не болеешь, вроде. То ли китайец, то ли кореец, ну, азиат, короче. Но мне с Аманом тоже некомфортно. Не, почему? В России национализм. В таких случаях все отпадает. Ну, идешь нахрен ты, слышишь? Нет, я видел азиатишку. Человек с пистолетом тебе подходит и такой, а ты не убийца? Он такой, да запарили вы, надоели меня. Если я с пистолетом, это не означает, что я могу кого-то убить. Нет, на самом деле, я читал еще, что в Италии они, короче, ввели... Вот этот карантин, они типа запретили на месяц ходить. А для итальянцев, короче, это же какой-то же центр католицизма, ну там Папа Римский, все эти дела. То есть у них футбол, у итальянцев футбол, паста и религия. Короче, не очень все. Ну, типа, и они говорят, даже когда была чума, они запрещали мессы. И типа, а в этот раз запретили мессы, дали смотреть по телевизору. Ну, такие. Ты приезжаешь на сколько серьезно? А там эти врачи, это значит, что не доктор, блядь, это маски, ворон, такой дебилизм. Так там умирают же необычные дети, старики. Дети, кстати, не умирают. У кого, типа, послабже, типа? Старики, только, короче, выше 70 лет. Смертность от больше 70%. Это, получается, таргетированный вирус? Да. Ну, то есть, иммунитет не справляется. Получается, мне говорят, вообще, биооружие. Просто я читал, короче, что у нас нету... Ну, типа, почему этот вирус не особо опасен для Казахстана и России? Потому что у нас население столько не живет. Ну, то есть у нас очень мало стариков, они и так сами по себе умирают. Но просто, когда умирает какой-то старик, все такие, ну, от пневмонии, блин. Ну, то есть стариков у нас даже в морге не вскрывают. Ну, типа, коронавирус, да нет, это, ну, ОРВИ, блин. Да, ОРВИ, ну, типа, это же ОРВИ, супер-эффект. Вакцины давно изобрели, это пенсионная реформа, когда... Нажимаешь на 70, ты такой, это вакцина, вы все выживете от коронавируса. Пишите на нём, до 70 не дожил, не умер от него, зашибись, остальные, в принципе, не умирают. Нет, это классно, что они зашарили год назад же, получается, были. Получается,
они их зашарили изначально, они ввели к нас речь, они аккуратно ввели нас к этому, типа скоро вирус какой-то будет такой, мы читали в одной книжке. Хотите, чтобы сдохли пораньше? Давайте, умирайте раньше, зато паники не будет. Да. И вообще этот, типа, вирус, он считается как инфодемия, вот. Типа есть пандемия, эпидемия, да, но это инфодемия, то есть информационный шум больше, чем на самом деле этот вирус из себя представляет, потому что такая паника началась из-за того, что правительство всех стран – это пожилые люди. Как вы бы заметили, все пожилые. Да. И поэтому они вводят все такие ограничения. А по факту, возможно, я уже, вот у меня там, сколько, 5 дней назад была температура, и я мог уже просто выснуться. Обычная ОРВИ, но мой иммунитет, он справляется, потому что мне не 70 лет. Кстати, вчера мы писали последнюю женщину, которая болела ОРВИ. Теперь мы все уже забыли, что кроме нее. Типа она вчера где-то в Африке, в Кении, по-моему. Ну, типа вылечили, кто лечили людей, вот последняя, которая болела. Прикинь, как ей обидно, если ее вылечили от Эбола, она выходит из-за коронавируса. Блядь, да вы умираете. Сразу же умирает, на месте. Это как после Второй мировой. Ну, типа... В Японии поехал, там умер. Типа шумиха была. Шумиха была с этой Эболой. Нет, это по пути с войны, если умереть. Просто ты воевал из Берлина, едешь, чтобы ла-ла-ла-ла-ла, и тебя грузовик. Кстати, Тенга, вот вопрос. Ты в машинах разбираешься? Чего ты не работаешь в Яндекс.Такси? Там 300 косарей за бэ. Нет, я... Ты отобрал права? Надо пересдавать мне, да. Расскажи эту историю, мне интересно. Это... Нельзя рассказывать эту историю. Ты убил человека? Нет, ну типа... Нет, твоих. Толпу, бля, помните эту историю? Как штал, долбоёб снес остановку. Кричал еще страйк, страйк. Это ж я, но... Пивас еще подарили за страйк. А подарили это бабуля пива. Пивас заранее подарили, поэтому страйк снял. Это как и только что в новости же было на чемпионате. Мини-футбола в Красноярске. Что полтонашки пьют? Еще, говорит, необычный для спортивных соревнований подарок. А там детские были? Просто дворовые соревнования были. Ну просто дворовые, они уже под пивасом туда пришли играть. Кубок двора. Кубок двора, типа, ну, блядь. Вот вам полторашка пива, я вижу ему хреново, блядь, дайте. У вас вратарь, блядь, с батуна, блядь, дайте ему пивас. А это за какое место? Прикинь-то за второе. За первое нахуй вам призы, вы чемпионы. Вот вторые нет. За первый кубок, за второй полторашка. Если ты, блядь, надо было в финале проебать. А там несколько полторашек было? Я не уточнял бы. Прикинь, одну полторашку. Растолку. Была же, знаешь, такая фигня во дворе. Я пустя, оставь мне, да? Там на сушняк играть. Типа. Давай там на сушняк. Мы играли на блок колы, помню, футбол. Ну, очень да. Колы, сиренок, блядь, это вообще... Не было денег, и они типа сделали чай с сахаром, охладили. Так даже только мода началась, помните, мы языка только вели. Денег не было, чтобы поставить нам сок. Они нам поставили вот бутылки чай с сахаром, типа сладкий, холодный. И вы повелись. Запись прям как вишневый нос. Прям как нести вообще один в один. Один в один. Для нас-то главное было победить и унизить. Да. Там же максимально унизить. Да, если они, они туда нассали в эту часть сахара, то унизили они вас. Вы такие. Я просто рядом стоял, смотрел весь процесс. Как они кипяток наливают. Бутылка все равно. Лучше начать, чем когда тебя жопу наливают. Просто ничего. Ну хотя там не варик, кстати, этот мяч еще попадет. Боже, команда. А мы еще на весну играли на САУ. Я на воротах так стоял, когда один гол остался до пробивания. И на асфальте чёрт надо весной. Типа нельзя пускать мяч. Ударить болотом, он только снавес. Там уровень щегу играют. Типа на весь удар, а по старше уже там финты какие-то красивые. А вратарь, если в руки поймал,
кого-то должен кинуть, стоп, заорать, все остановятся, ну, типа, начинают разбегаться, он говорит, стоп, один все останавливаются, и ближайшего кидаешь, если, короче, ты в него попал, то он, наоборот, да, если он увернулся, я играл, просто у нас называлось, да, либо по-другому. Ну, навес обычно, просто навес, когда вы навес поиграли. Это игралось, когда вторая команда еще не подошла? Да. У вас три человека, что делать, давай. Да, точно. Мы еще играли, а как это называлась игра, сока? Ступень? Нет. Когда, типа, ты пробьешь поворот. Штангу прибавили. Да, штангу. Да, ну, ты вкладил 100 очков. 150? И 150, да, что-то. Крестовина, типа, 500 очков. Что-то. 300. Ну, у всех по-разному. Везде по-разному. Да. Штанга 75. Да. И фишка в том, что ты, короче, если попал, он мяч отскочил, вы играете, две команды, ну, 2 на 2, и кто забивает, там, 100 очков. Такое, что было. Я просто не попадал. Мы как без попа играли, мы без попа. Без попа, ничего. Это, короче... Без попа, мать одиночка, без попа. Просто неполноценные семьи играют. В Казахстане 50% разводов, дети во дворе делятся, не первый, второй, типа, у кого полная семья, у кого не полная семья. А прикинь, ну, типа, как обидно, когда, ну, типа, в школе, типа, люди проводят такие соревнования. Ну, понятно, спортивная семья, но, блин, кто-то не полноценный, как что делать. А что за игра? А вы ее по-любому играли. Это, короче, ну, она, наверное, просто по-другому вас называлась. Это когда стоит бутылка, там стоит кошевар. Сейчас объясню. Палкой сбиваешь бутылку, и ты должен, пока он не поставил бутылку на место, ты же палку принести, двигаешься. Да. Сначала ты что-то 6, 4, валет, туз, потом с ближнего ты джокер. Потом он может отбиваться. Или выбивать тут. Она называлась, у нас она называлась без попа. У нас она называлась банты. Мы ставили две банты. У нас тоже мы с одного года. А еще была игра такая, она у вас тоже, наверное, была, она называлась, наверное, по-другому. Она у нас называлась, по-моему, что-то чики-брики, что-то такое. Короче, объясняю суть. Копается ямка, туда ставится палочка. Чувак должен чиш, я только про нее вспомнил. Да, ты, короче, палочкой вот так ставишь, кидаешь вот эту маленькую палочку, и кто чем поймает. Если человек рукой поймает, столько-то очков. Может, типа, было даже 1000 баллов, если не годится, но что-то такое. Такого не было никогда, блядь. За историю игры, прикинь, а когда ты там тоже там очки начнешь, да, типа, че. Там, короче, первый тут ты так вот кидаешь, потом вот так бьешь, короче. Да. Ножички как на территорию кругом отметить. Да, ножички, да, у нас тоже ножички. У нас назвал без мамы. Без мамы. Чтоб папа маму зарезал ножичком вот этим. Нам физрук дал играть в эту игру. Я сейчас думаю, физрук детям. Ножик дал и сказал играть. На физре, он за это оценки сейчас ставит. Не, а мы брали не ножом играли, мы находили всякие, знаете, помните, палки. Или какой-нибудь. Потом была палка, не палка, а, короче, железка в форме Е буквы. Да, вот Ш или Е, непонятно. Да, ты отламываешь, короче, от нее, от острие. И, короче, мы один раз играли, просто туда вынес. Слишком хотели играть. Ну, да, такой стиль. Железки, арматуры есть же, кусочки. Да. Лишь бы втыкалось. И дождь должен был пройти. По сухой земле хуй ты поиграешь. Да. Нет, было прикольно. Песок. У тебя территория, она подсохшая, и тебя не могут победить, потому что ты не могут нормально. Да. Ты король. Это на пригорке, знаешь, дождь прошел, а там вот круг вычерки, есть такой небольшой пригорок, тут сухо. Да, чтобы высохло. Везде все норм, и маленький камень, и по-любому все в этот камень попадают. Да. Я помню, мы делали такое, что находили муравейник, но это в основном где ну, на речке где-то муравейник. Ты берешь палочку, ее все обрываешь, короче, в теле, и остается вот только палочка белая. Вот ты ее сушишь там чем-то, рукой, чем-то, блядь. Чем-то, об себя. Рукой об себя, да. Ну, кладешь так на муравейник, они толпой на нее накидываются. Она кисленькая становится. Да, она становится кисленькой. Крас, черный, все они накидываются. Ну, типа, сырок на нее толпой, и ты потом... Да, ты потом, короче, встряхиваешь. Вот так. Гудрон жуют люди мои. Что такое гудрон и почему его жуют люди? Черный, вот это что? Как смола, она только плотная. Типа, я так как жвачка. Да. Кино просто. Выживаем? Ты такой. Ты жевал бы, гудрон? Я не жевал. Я по себе не
А что еще кидали в костер, что оно взрывалось? Шифер. Шифер. Какие, знаешь, типа находишь, какие, ну, бывало, где-нибудь валяются, знаешь, какие-то тела. Да, да. Я помню, как бомжей доставали. Из костра? Да. Искал папу, без папа игры. У нас бомж жил, короче, помните, были же все подвалы открытые. Да, да. Вода, ничего, что-то всегда было. Да, и, короче, там сидел бомж, и у него камера, и башня просто. Семь. Я думаю, блядь, ну ты не блядь. Читает бомж, съел ребенка. Конечно, нет, сейчас же так не делают. Съел бомжа. Сейчас нету родителей, которые отпускают детей просто вот так. Просто иди. У нас тройки по гонялке, да, рекламу дома. Не так нравится. Смогу было вообще. Вообще, черт знает, куда идти на стройку, чтобы не было. Ты его приходишь, но где бы на стройке играли. И он уже приходит на стройку играть, уже там работать начинает. Ходит с бабками домой, это зарплата. Что за ним просто играть, сходили, а потом начали строить. Пошел на стройку поиграть, построил, блядь, бизнес-центр. А что еще было у нас на этой, на этих двух неделях? Как мы ничего не снимали? Коронавирус и деньги. Еще, кажется, книжки какой-то было написано, что да, но это оказалось фейком. Все так постили, я думаю, что если это, думаю, что я тогда подумал, если это фейк, капец, вы же чепушок не будете. Блин, сразу же начинается вот эти вот куча видосов в Ютубе. Коронавирус предсказали в 65-м году, там, Симпсоны предсказали коронавирус, ну вот это вот начинается. Да. Ты вообще можешь сейчас что-нибудь просто наугад сказать? А ты включаешь, там он никакого отношения к войне не имеет, просто подвязывает. Нет, а вот реально, давайте потом обратно вернемся к коронавирусу. А что будет с туристическим бизнесом? Просто смотрите, условно, если закрывают, если меня закроют на 2 недели в карантин в Италии, мне кажется, я буду такой не прочь. Или в Германии, или еще где-то. Нет, я к тому, что если я немец, условно, который куда-то полетел, прилетает в свою страну, он говорит, извини, братан, у тебя карантин 2 недели. Он такой, this is good, this is это лучшая... Ты главную справку дай тебе. Лучшая клиника, да, в мире, нахуй, моя Германия, Алмания, в этот период, да. Но он же дурак, по-моему, поэтому так все. А, ну, я не хочу, условно, я прилечу, я не хочу... Здесь у нас в инфекционную больницу. Да, в нашем 14-летней нашей больнице. Там можно. Я лучше умру дома, в комфорте, с интернетом, смотреть мультик. Такой. Я сейчас вот ролик еще не досмотрю и сейчас. А нет, вот тут еще что-то. Интересно, можно дать денег и сказать мне в нормальную больницу? Мне кажется, в нашей стране можно. Нет, я к тому, что ну. В нашей стране можно и так, давайте я вам денег дам, и я не болею. Ну, у нас медицина же работает просто для, ну, виду много всего. То есть вот этот карантин, вот это все, что они устроят, это тоже для виду, они же никак не решают эту проблему. Потому что у нас, условно, даже если человек заболеет, ну, ты пойдешь, условно, ты чувствуешь симптом коронавируса, ты будешь проверяться на коронавирус, ты будешь, блядь, во-первых, сука, хуй пойми, что они сейчас мне представили. Во-вторых, ну, время теряется. У меня столько встреч, столько дел. То есть у нас нету гражданской ответственности, в принципе, к этому. Ну, нет такого подхода, что я заболел. Значит, надо пойти, значит, профессионалы медицины помогут мне справиться с этой болезнью. Ну, поэтому я даже смотрел, как в Шереметьево встречают самолеты. Там, короче, показывают все в этих костюмах. Типа защиты. Но по факту, когда они там встают, выходят, их никто там не обрабатывает ничем естественным, блядь. Но никто там, как в Чернобыле, их не поливает какой-то раствором, чтобы убить всех микробов. По факту он просто уходит, вот так руками все снимает свои, вот так это руками вещи убирает, потом идет домой, целует детей, блядь. Ну, то есть,
что за это? И вот вообще вся истерия по поводу масок. То есть я эту тему прогуглил. Вообще маску носят нездоровые люди, а больные, чтобы не заражать других людей. Здоровым. Здоровым вообще не нужно носить, да. Потому что она же не герметичная. Типа, у нее вот здесь, ну, типа, ну, да. Все равно все попадает. Плюс на саму маску садятся микробы. Ты еще больше ими дышишь, короче, ничего не вентилируется. А у нас люди, ну, они наоборот все-таки, блин, ну ты с какой мозг уже. Я запомнил, то есть с милицией дружат такие, значит, маску с выставлением, то есть все в масках, ходят, то есть, если не болеешь, почему бы еще хуже думаешь? Да. А такой устроить вот это респиратор. Да, тогда такой. Я не помню, как фильм назывался, типа, парень с девушкой. Начинается какой-то вирус, какая-то инфекция по городу, типа резко распространяется. Об этом начинают передавать по телевизору, все он это видит. Начинает дом проявляться на фару, все занимается. Ну, они приезжают, ломятся, пусти меня, он обвиняет, убьет, ты заболел, все говорит, он занимается, все короче. Он все сидит, она его снаружи, там говорит, конечно, это все. Не пускает ее, как фунтом долго это все длится. И в итоге в конце приезжает, он сончит и говорит, ну, типа, все это, потому что оно там как-то будет проветриваться, это работает. Ну, в помещении еще обклеился, ты наоборот, у тебя, типа, инфекция там развивается, короче. Поэтому все это там, это ты просто засунул шланг, и пускай там это газ, короче, убивает его, там, и все. Не, ну, СПИДа, вирус, условно, мне понравился вот этот мем. Про то, что типа умерло 5000 человек, никто, и все начали покупать маски, и болеет 30 миллионов человек СПИДом, и никто не одевает наборы. Типа. То есть СПИДом больше вероятность немного заразиться, чем коронавирусом, и умереть, да, от него отличается. Чем вопрос не лечится вообще. У меня есть знакомый, который мне говорил на серьезке, что он думает, что ВИЧ это вообще придумано. Это его знакомый, близкий. Мы не будем называть. Да, я думаю, откуда я тоже это знаю, я тоже не слышу. Допустим, представь, что его зовут Курмангазе, да? У него тоже имя одного крутого поэта. На полном серьезе говорю, что... Да, что, типа, блядь, где-то там, это вообще, типа, я вообще не верю в такое. Я видел ролики такие, что... Нет, типа, не ролики о том, что... Нет, СПИД то, что существует, ВИЧ, но типа это искусственно сделанная болезнь. Не, ну может быть, но типа то, что он говорит, что типа, он говорит, что невозможно заразиться, но типа он говорит, я не верю вообще, что это такое, в Казахстане такого нет. Нет, это типа вот такой там фероксидосы, да, да. Ну помимо СПИДа же много чего. Гепатит уж, как хламид. Сидит с полным пакетом. Задал СПИДа, я живой нос отвалился. А вон нахуй, нет СПИДа, бля. Смотри, нам все проверили. Все есть СПИД, нет. Такой, такой нос такой. Выкинул. Гангрена нахуй, пошла. СПИД не пошел. Так и знал я все это. Пизда, балуйся. Бля, ужасно. О, да, кстати. 8 марта, да, были митинги за права женщин. Ну вот. Как у тебя, да. Они тоже. Верните, мы проехали на красный. Вот. И я видел видео из Бишкека. Это просто самое. Я на красном проехал, купил права. Да. Там несколько тысяч. Я видел в Бишкек, короче, митинги. Там чуваки ходили в масках от коронавируса, наверное, и били этих женщин. В Казахстане не должно быть такого. Я думал, такого чего, да, равноправие. Ну, прикольно, там я просто читал комментарии, где-то в Казахстане комментарии пишут. В топе комментарии, типа, у нас в нашей стране никогда такого не было. Женщин. Мужики работают на тяжелых работах. Мы без вас женщин справимся.
Да, один ты. Я думаю, классно ты справишься. Был же еще случай, мы его в прошлом подкасте не обсуждали, да? Его не было еще этого случая. Стикуин. Нет, не думаю. Кисло-сладкий. Чего? Я как бы не углублялся, что-то думаю. Ну, короче, он проявил себя так, как ты обычно проводишь выходные, да. Ну, короче, чувак, рэпер, кисло-сладкий. Такое у него прозвище. Вот. И он, короче, был какой-то концерт, там подошла к нему певица, Queen, это казахстанская певица, и он ее потрогал за грудь. А потом другой чувак с ней общался и потрогал ее за жопу. И она об этом написала в Инстаграм. Не охуели ли вы, ребят? Но она им обоим дала пощечину, и тому, и тому. А потом написала об этом, типа, непотребном поведении. Что а типа. Ну, классная попа и сиськи. Ну, я не, ну, нельзя так уже говорить. Не, ну, когда типа... ты женат человек. Нет, я не знаю, ну типа это не в этом дело. Классная попа. Ну как, в этом дело? Если бы стрёмные сиськи потрогали, ну радуйся. Ну, блядь, ну потрогали. Тебя не ткнули ножом в нее, блядь. Тебя членом не поводили по ее. Идеальный этот. Ничего такого не случилось. Ну тебя, да, ну. А вот твою дочку хорошо потрогай каждый день. Кто? Я? Кисло-сладкий. Нет, все равно, это просто, вот, если поговорить с девчонками, это у них моральный капец давит очень сильно. Да. Прикинь, тебя на каком-то переулке отпиздили, ты же туда не будешь потом ссылаться больше. Да, ну типа параллель, кстати, с отпиздили, это очень такая. Типа, прикинь, ты вот идешь куда-то в какое-то место, да? И там какой-то, ну, представим, что мужик, который ты на него смотришь, ты его не одолеешь никак, короче, он физически больше, чем ты. И ты к нему подходишь, и он тебя один раз ебашит по лицу. Каждый раз. Да, но ты ему ничего не можешь сделать. Ты такой... Следующий раз я пойду туда с травмой. Ну, типа, ты застрелишь его. Нет, ну это травма. Ну, то есть ты предлагаешь всем женщинам? Да, по половинам мужского населения же стреляют, они сразу. Да. Ну это реально, считай, тупо сильнее, мужики же в основном сильнее женщины, тяжко. Прикинь, еще гей тебе за жопу мацает постоянно. И ты такой, он тебе говорит, я уж тебя не трогал. Я ж тебя членом по лицу как раз не поводил. Что за хуйня? Ты что, растрогал тоже мерзин? Почему? Ты не спи. Ты че расстраиваешься? Я ж тебя просто за жопу потрогал, ты че? Пальчиком поводил. Ты вот так сделал тебе по бороде меня. Ты не стоишь, ну, я ж тебя не трахнул, да? Ну, по идее, эти митинги, это вообще не за жопу. Не, это да, это другое. Просто я вспомнил, что был инфопол. Права просто равны. Я по идее, да? Против прав. Я побеждаю, это же просто это. Ну, а что означает, ну, равные права? Что это? В понимании вообще, в целом, это просто предоставление равных возможностей. Равных возможностей. Здесь типа у кого-то неравные возможности? Да, неравные. 100%. У кого? 100%. Потому что, смотри, условно, если ты устраиваешься на работу, то с большей вероятностью, с одинаковой квалификацией, возьмут тебя, а не женщину. Потому что, типа, работодатель смотрит так, ну она же сейчас выскочит замуж, уйдет в декрет, и у меня ни сотрудника не будет, еще бабки будут. Да, но это не профессионально. Ну, в том плане, что поэтому должны компаниям вводить лимиты, ну, типа, им надо вставить, типа, обязательно должно быть 40% женщин. Потому что все компании такие, нахуй, и не берут вообще женщин, понимаешь? Ну, типа, по этой логике, которая, типа, бизнес-логика, а не факт, во-первых, что она выйдет замуж, во-вторых, она, типа, тоже профессионал, и она не может найти работу только потому, что она женщина, и к ней применяется стереотипное мышление о том, что она выскочит замуж. Ну, то есть, она же конкретно другой человек, то есть, одна выскочит, другая не выскочит. Тот же мужик может быть квалифицирован, а потом такой, в пизду, и съебаться с работы. Ну, типа, или спиться, да, в запой уйти, да, у мужиков уже есть такое, что он там... Не, ну, можно сделать, если равный, то тогда какой-то контракт, что, типа, ближайший... Ну, как делается это, допустим, в цивилизованных странах? Ну вот, я тебе и говорю о том, что нет уже, а у нас стереотипно к этому подходят. Типа, ты баба,
Значит, скорее всего, ты сейчас пойдешь. Ну, значит, это можно вести на законодательном уровне. Вот, об этом они, за это они и борются. Ну, типа, за это женщины и борются. Но это нормально, потому что, ну, ну если тебя не берут только женщины. Типа, то есть у нас что, наши парламентарии не хотят этот закон вынести или что? Ну, вот это вопрос. Там уже одни мужики. Ну, по идее, логично, да, типа, я, допустим, беру женщину на работу, я говорю, если ты в ближайшие 2 года забеременел, хочешь декрет, за свой счет. Тебе ничего не будет. Да. Контракт там, допустим, на 5 лет. Вот я заключаю контракт там на 3 года, на 5 лет. Если как-то у тебя получилось, ну, что вот так вот. Ну, типа, да, все, ну, типа, хорошо, хрен с ним, ты уходишь в декрет, но я тебе его не оплачиваю. Ты вот декрет отсидел, а вышел потом на работу. Ну, декрет я тебе не оплачиваю. Ну, типа, что вот так. Декрет, 2 года, место должно быть вакантным. Да, 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 да. То есть он не сейчас, по-моему, борется, да? Потому что он ему скажет, что я тебя уволю через 2 года. Если я год или что-то. Нет, раньше было 3 года, сейчас, по-моему, год. Вот этого и те страдают, в принципе. Но больше женщин страдают, их не берут вообще на работу. Работодатели, если повелся, не повелся, а повелся нормально, и такой, ну, даже через 2 месяца такая с... Ай, не описывать. А? Я забыла сказать. Я многие разные постараюсь. Я тот же день, как контракт с вами получил, ебаться пошла со всеми. Чтобы быстро-быстро. Давай. Но по факту, нет, на самом деле, по большому счету, там такие, ну, типа, деньги платят за ребенка. Ну, типа, не так-то это и выгодно ей. Ну, то есть, понимаешь, да, о чем? Ну, да. Там декретные бабки, не такие, ебать, бабки, ради которых ты, бля, будут 9 месяцев ходить с животом, рожать, 4 года потом остаться. Потому что говорят, что у тебя возраст 21 уже. Да? Тебе уже 13. Вот это больше проблема у нас. Ну вот, опять же, стереотипное мышление. Да, что такое? Вот, мужчины меньше подвержены давлению со стороны общества в плане там семьи и детей. Согласен. То есть они подвержены, мужчины тоже подвержены, но меньше. Периодически, да. То есть общество так не давит. Я думаю, как победить это вот так вот. Такие митинги в стране ничего не поменять. Потому что слишком много людей, которые против НАТО, Да, надо вкладывать. Ну, это надо, да, и хотеть изначально, чтобы так людей не заставить. Понятие, чтобы было другое. Само мышление должно быть другое. У нас большого населения очень много, большой процент, который прям вообще отвергает все это. Лучше их обучить всем. Ну, у нас видели, у нас что происходит сразу. Мужички начинают ролики записывать. Возраст не дает. Китишка рассказывал, они раньше ездили в Штаты, половина откуда. Там живем, познакомились, давали с кем-то, общаются с американцами, с ребятами, там вообще не общались. И типа, ну, лето, жара же, мы вышли, где-то они в Сан-Джерс, по-моему, были, жара, я как в шок даже вышел. Все, я говорю, вот эта компашка наша, мы общаемся вообще. Я что-то, ну, что-то раз, угораем, я говорю, тогда мы раз, что-то руку так на плечо закинули. И он такой, бери руку, пожалуйста. Начинают выяснять, в чем дело. У них, оказывается, короткие шорты, аллергии и все. Типа, натуралы ходят, и в основном вот эти. Бриджеры. Ну, типа, как баскетбольные, вот эти, знаешь, типа, что. То есть, ну, ему никто ничего не говорил. Все думали, оказывается, всю дорогу, что он гей. Мы с ним общались, никто ничего ему не говорил. Еще там, в этот момент, когда он, ну, просто... Он говорит, да, не туда. И говорит, он мне объясняет, а что шорты, короче. Я прям буду снова, я как не двигаться пошел, как все, переодевать. Я сегодня там 3 месяца жил, и вот только узнал, говорит, там это такие, что оказывается, короткий шаг. Но ему никто с ним. Никто не слово, мы с ним общались, всю компанию, все. Гей. Ну еще я приехал с кем-то, говорит, завтра хрен понять, что-нибудь. Короткий шорт, знаешь, просто короткий шорт, где не хотела денег на подарок. На подлейший, да еще на это стереотипы, да, типа, девчонка, если в юбке, все значит, хочет по-любому, чтобы ей впердули. Ты так? Да, типа, да. Пришла в мини-юбке, все. Да, пьет, значит, хочет, все, мы хотим так говорить. Пьет, значит, курит. Да, пьет, значит, любит. Как ты говоришь? Значит, пьет, значит, дает.
курит, значит, мяху пьет, значит, курит, курит, значит, дает. Аквариум такой, система такая, да? У тебя есть этот аквариум? Нет. Ну, значит, ты пидорас. Знаешь, это анекдот? Нет. Не знаю, что это за анекдот. Короче, сидит мужичок. Рубрика анекдоты, блядь, от дедушки. Пара-пара-пам. Короче, сидит мужичок, читает книгу. Подходит кем. Что за книгу читаешь? Очень интересно. Логическое мышление. Что это? Ну, логика. Что это? Ну, вот смотри, допустим. У тебя есть, как дома аквариум? Есть. Ну, значит, рыбу купишь. На рыбалку. Охрененно книжку, да, почитай. Да, все читают, там, следующий друг подходит, ну, что читаешь, бля, охрененно книга, логическое мышление. Ну, что такое? Ну, посмотри, например, у тебя есть дома аквариум? Говорит, нет, он, значит, ты пидорас. Это наша логика, да, это наша логика. Да. Я так говорю, значит, ты пидорас. Отлично. Основная проблема еще в чем? Я вот буквально вчера об этом думал. Престижно быть СММщиком. Престижно быть СММщиком, дизайнером, плавщиком, стендап-комиком, фотографом. Да, ну, такие профессии, где особо, типа, физически не надо. Где-то только мозгами зарабатываешь. Ну, мозгами зарабатываешь, да, но в плане того, что, ну, допустим, тебе не надо, блядь, от тебя, ну, на тебе нет такой ответственности, понимаешь? Груз ответственности, что, допустим, ты лечишь человека, он может умереть. У тебя какая ответственность? Ну, максимум у тебя на концерте человек не поржет, да, и хрен с тобой. Мы сами уже поржем. С другой стороны, это хорошо. Ну, это нехорошо, что это не престижная профессия. Нехорошо, что им мало платят. Да, это не поэтому и не престижная, потому что им мало платят. Да, но хорошо, что... По факту сейчас врачами становятся только те, кто, блядь, реально хочет быть врачом. Да, 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 да. Кто хочет идти. Ну вот у меня знакомая, она вот уже в Испании, сейчас же пошла в универ. Она такая, блядь, со следующего года, типа, суд пошел, чтобы миллиард в год за обучение идти. Так те, кто очень сильно хотя бы не хотят, я, допустим, с детства хотел попасть в хирург, всегда хотел быть хирургом, здесь отучился. Да, ну они, факт того, что мозги уезжают, кадры уезжают. А он будет хорошим кадром, что он живет их. Максимум ты им здесь частную клинику устроишь, максимум, ну, типа, это вот предел. Ну так, чтобы это менять, нужно, типа, проводить реформу здравоохранения, а чтобы проводить реформу здравоохранения, нужно вводить страховую медицину. Ну, обязательно. Мы же пытались что-то. Так, у нас сейчас это есть, но, допустим, я вот плачу медицинские взносы за себя, там, за сотрудников. Но проблема... Обязательно страхование сотрудников от юрлица. Да, там обязательно. Да. Но, по сути, нет, она тоже есть, но проблема в том, что люди не особо хотят тоже. Потому что у нас в политологии среднего класса. Ну, типа, когда... Да, 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 у нас очень мало среднего класса. Когда ввели же этот обязательное медицинское страхование, типа, ввели же, у нас, помните, одно время прям сказали, блядь, обязательно. Там страховка не стоила 3000 тенге. И все, когда сейчас там стоит. Блядь, ну мы будем платить, идти куда опять, это сборы денег. Ну, сука, 3000 в год, блядь, заплати. Ну, все, и вот у тебя страховка. Так, ну, 50-100 тенге. 3000 в год, чтобы потом, если что-то случится с тобой, ну, тебе платят страховка. У нас еще, блядь, особо нету доверия страховым компаниям, видишь? Ну, то, что у нас они появляются. Да. Всю жизнь откладывают, и ни разу не понадобилось. И для этого надо делать. Столько денег накопилось. Да, знаем, что и вопрос. Чувак, который жил и убил, да, да. Он хотел вторую жену убить, она спалила. Она спалила, что первая лежит еще. Что-то не так, блядь. Ладно, вот такой был подкаст. Кто там долбит?
Я не привык, ну что так, неожиданно заканчивается. А куда я их делся? Уже пришел. Пришел, кажется. Я на беззвук просто телефон поставил, мне кажется, она не долбила.